Ежегодно администрация Одинцовского округа проводит ряд мероприятий, которые обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения. Объем работ включает в себя капитальный и ямочный ремонт, установку новых светофоров, обустройство пешеходных переходов с направленной подсветкой. Местам повышенной опасности уделяют особое внимание. В целях повышения безопасности дорожного движения, я уже сказал, на Можайском шоссе запланировано реализовать мероприятие по установке тросового ограждения от улицы Чикина до пересечения с Красногорским шоссе. Также внесем изменения в организацию дорожного движения, закрыв нерегулируемый левый поворот во двор на Можайское шоссе у дома 71. При этом будет организован левый поворот с поворотом карманов дополнительной секции на светофорном объекте на пересечении с улицы Вокзальной. На традиционном совещании в администрации сотрудники госавтоинспекции и руководители подразделений доложили главе округа Андрею Иванову о ситуации на дорогах в муниципалитете и комплексе мер, направленных на предупреждение ДТП. Среди первоочередных задач – своевременное выявление проблемных участков, улучшение качества дорог и усиление профилактической работы. Наша общая совместная задача с ГИБДД, региональными и федеральными службами – сделать так, чтобы это число погибших равнялось нулю. И до тех пор, пока этот показатель не достигнут, наша задача не может считаться полностью выполненной. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».